Выставки-ярмарки проходят в Сочи уже в 8-й раз. На одной площадке представлено большое количество ярких и необычных вещей, модных брендов, авторских коллекций, изысканных украшений и стильных аксессуаров. Свои эксклюзивные изделия представляют более 100 производителей из России и зарубежные компании. Я надеюсь, для многих это будет успешным шагом. И я рад, что в очередной раз мы преодолели тот коммуникативный барьер. Век интернет, все-таки встречаемся живьем, и выставки требуют своего внимания и спроса. И я надеюсь, что ваша продукция будет востребована в нашем рынке. Всего вам хорошего, спасибо. Разнообразие и эксклюзивность ювелирных изделий из золота и серебра, представленных на стендах, поражают. Кольца, серьги, браслеты, колье – каждый экземпляр можно назвать шедевром. Богатый ассортимент столовых приборов, сувениров, бижутерии и минералов. Аделиты, дживанские агаты, янтарь и многие другие. В общем, найти украшения здесь можно на любой вкус и кошелек. Очень много бриллиантов, очень много красивых изделий. Москвичи здесь приехали. Ну, надо приехать, прийти нашим горожанам, гостям города, прийти посмотреть, оценить. Это праздник. И сюда мы с удовольствием приглашаем всех наших жителей посетить эту выставку. Приобрести модные новинки сезона по ценам производителей сочинцы и гости курорта смогут до 16 сентября в выставочном центре рядом с Ривьерским мостом на улице Несебрская, 11. С 10 до 11 часов вход бесплатный, а ежедневно в 16 часов посетителей ждут розыгрыши призов и приятных сюрпризов. Выставки работают до 19 часов. Татьяна Нагорская, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.